Сергей Козлов, австралийская пегая. Всю ночь выл ветер, и домик зайца скрипел и трясся. Стонали сосны, падали шишки, и дребезжало окно. К утру ветер стих, и пошел маленький дождь, и не верилось, что было так тепло, и идет дождь в феврале. Лес стоял черный, сырой, и заяц подумал. Вот было бы весело, если бы лес вдруг взял и встряхнулся, как собака. И заяц представил себе, как лес присел на задние лапы и затряс хвоей. Фрррр! Во все стороны полетели брызги, и тут же стало сухо и светло. Эта картина так развеселила зайца, что он закричал во весь лес. «Эгей!» И тут же из-под крыльца выпрыгнул лягушонок. «Ты кто?» – спросил заяц. «Я? Твоя собака». «Таких собак не бывает». «Я ранняя собака, остальные все спят». «А почему такой маленький?» «Я щенок, и мне расти и расти». «А что ты умеешь делать?» «Я на задних лапах могу». «А еще?» «Да много всего», — сказал лягушонок. «Палку принесешь? Кидай». И заяц бросил щепочку, и лягушонок принес ее на передних лапах. «Не по правилам», — сказал заяц, — «собаки носят в зубах». «Так ты же какую дубину бросил?» Заяц задумался. «Лаять умеешь?» – спросил он. «Ква-ква». «Хорошо». Заяц о чем-то думал, но еще сам не знал о чем. «Мне кажется, ты лягушка», – наконец сказал он. «Собаки лают не так». «Хороших собак не видел», – обиделся лягушонок. «Хорошие еще не так лают». «А и что, если он и впрямь собака?» Вдруг подумал заяц. «Такой необыкновенный сорт собаки, похожий на лягушку». И спросил. «Ты какой породы?» «Австралийская пегая». «Австралийская пегая? Ты не сомневайся», — сказал лягушонок. «Я хорошая собака. У меня медаль есть». «Веллингтоне дали». И он достал из-под крыльца ошейник с поводком и показал крохотную золотую медаль на ошейнике. «Что же мне с ним делать?» – размышлял заяц. «Пойти, что ли, погулять?» И он взял из лап лягушонка поводок и пошел по лесу. «Ты давно из Австралии?» «Вчера», – сказал лягушонок. «Морем?» «На дирижабле», – сказал лягушонок. «А где дирижабль?» «Уплыл?» «Ну, как у вас там, в Австралии?» «Просторно», – сказал лягушонок. «Свет много, страусы». Этих до полна. Они шли рядышком и дышали сырым лесом. «А почему ты выбрал меня?» Заяц остановился. «У собаки должен быть хозяин». «А почему я?» «Ты веселый», — сказал лягушонок. «С тобой и попрыгать, и поиграть». «Давай я тебя отстегну», — сказал заяц. И они запрыгали по поляне. Ёжик проснулся в то хмурое утро, посмотрел на небо и раздул самовар. Пришел медвежонок. «Ну что за зима?» – сказал он. «Льет и льет. И снег уже не помню, когда был», – сказал ежик. Попив чаю, они вышли на крыльцо и задышали сырым лесом. И тут, прыгая и хохоча, выкатился заяц. «А так умеешь?» – кому-то кричал он. «А так!» Тоненько кричал кто-то. «А так!» – завопил заяц и пошел на ушах. «Так не могу», – сказал кто-то. «У меня ушей нет». «Ушей у собаки? Так не бывает». «Смотря какая собака», – говорил невидимый кто-то. «А мы безухие». «Австралийские пегие и новозеландские тоже». «А ты в Новой Зеландии был?» «А как же», – сказал кто-то. «Мы туда купаться летаем, на дирижабле». И тут ежик разглядел у ног зайца маленького лягушонка. «Эй!» – крикнул он. «Заяц, ты с кем это говоришь?» «С моей собакой», – важно сказал заяц. «Иди к нам!» – позвал медвежонок. «Сами идите!» – пристегнув поводок, сказал заяц.
ежик с медвежонком подбежали, и медвежонок тоже увидел лягушонка. «Привет, лягушонок!» – сказал он. «Разве ты собака?» «Австралийская пегая, важно!» – сказал заяц. И лягушонок с крохотной медалькой на шее кивнул. «Где ты его взял?» – изумился ежик. «Зимой?» Медвежонок не сводил глаз с лягушонка. «А он на дирижабле!» – небрежно сказал заяц. «Из Австралии!» Ежик с медвежонком переглянулись. «На каком дирижабле?» – упавшим голосом спросил медвежонок. «На каком дирижабле?» – будто поправляя ошейник, склонился к лягушонку заяц. «На трансатлантическом», – сказал лягушонок. «Мы из Австралии летаем на континент, на трансатлантическом». Ежик не знал, как быть. Ему вдруг почему-то стало грустно, грустно, грустно. И он сказал: «Вот так», – сказал заяц, и повел лягушонка на поводке. «Может, чайку попьем?» – вдруг сказал медвежонок. «Ага, у нас варенье. И что любит твоя собака?» – обратился ежик. «Ты что любишь?» – снова будто поправляя поводок, тихо сказал заяц. «Манго», – шепнул лягушонок. «Чего?» «Манго», – вслух сказал лягушонок. «Дерево такое, у него плоды». «А-а-а», – сказал медвежонок, – «а я бы тебе метку дал». «Ладно, пойдемте чай пить», – сказал заяц. Ему вдруг от чего-то стало обидно за ежика с медвежонком, и он сердито спросил у своей собаки: «Чай будешь?» «Ага», – сказал лягушонок. «Вот это по-нашему», – подумал ежик. И они пошли в дом. Запыхтел самовар, опустились густые сумерки. Ежик, медвежонок и заяц с собакой, причмокивая, пили чай. И весь вечер собака зайца рассказывала друзьям про Австралию, далекую страну, про Новую Зеландию, куда они летают купаться на дирижабле. И никто не догадался, что маленький лягушонок никогда нигде не был, а просто проснулся в эту теплую зиму раньше всех и так захотел подружиться с ежиком, зайцем и медвежонком, что стал австралийской пегой собакой-зайцем.